Слушай. Карло, давай, работаем. Давай. Пидор. Карло спросили, что кушает Света. Мама мия. Ма ки кузе? Кузе. Тута роба натуральна. Он говорит, мне очень жалко. Карло, Карло, перви. Карло, Карло. Чего ли? Дай, провала. Ну, как così si mangia. Sì. Дегустация. Questa tua cena, это твой ужин, Карло. Вау. Nemmeno la capra se lo mangio. Он говорит, даже коза такое не ест. Nemmeno capra. Даже коза такое не ест. Говорит сначала, говорит, говорит, Света, говорит, ты очень красивая женщина, ты мне нравишься, но я понял одно. Нет, какие лосо. Он говорит, это что, горох? Сану come piselli, però. Piselli crudi. А это попробуй. Это вкуснее. Dice, questa è meglio. Ma infatti sono piselli crudi, sono piselli germogliati. Давай, guarda, già, già, guarda, già, già cenato. Смотри, говорю, уже поужинал, все, уже не в ресторан можно не идти. Что-то у меня камера такая. Поi dopo a letto. Нет, если мужчина такой будет есть, у него потом не будет... Нет, нужно мясо, говорит, чтобы мужчина был сильным. Мама мия, мама. Ну, Карло, già cenato, guarda, stai a posto. Там скажи, не хватает... Guarda, senza di te, quanti bottiglie. Скажи, что там просто не хватает чеснока. Lei dice che ci manca немножко чеснок, алью. Он говорит, боже, как грустно жить. Он говорит, ты же хотел аква, а взял сок. Ты где-то аква. Сапоре мне лева. А. Вкус перебить. Саполе. Света, Света, я даже понимаю, когда он говорит на этом самом, на итальянском. А как так получается? Он так хорошо рассказывает. Ты его чувствуешь? Итальянский немножко похож. Ты его, видно, с ним на релаксе, а с другими шоферами. Нет, я со всеми на релаксе. Скажи. Ледичики, а вот эти капиши пуры, когда парли. И это перки альтри шофер. Sono magari pesanti per te come emozionalmente. Lei dice no, no, dice io con tutti io mi trovo. Andiamo? Ну так что, девочки, мальчики, мужчины, на этой прекрасной ноте мы начинаем наше сегодняшнее приключение. Я уверена, что Светлане понравится это приключение больше, чем все остальные, потому что Света уже знает карлика. Да, Свет? Да? Он тебе симпатизирует, скажи. Очень, она сказала. Вот, и Карло говорит, боже, какая красивая женщина, говорит, как же жалко, говорит, даже коза такое не ест. Он, конечно, у него юмор классный, поэтому я думаю, что нам будет сегодня весело. Сейчас мы отвезем Свету потренироваться для собаки, чтобы собака туда не ездила. И смотрите, в машине собрались, собак, в машине, смотрите, в машине собрались, бывший танцор. Танцовщица, директор, режиссер, постановщик в настоящем времени, модельер и все остальное, стилист. Бывший спортсмен в 2002 году привез бронзовую медаль по кикбоксу в Италию. Тут и три спортсмена едут на природу. Света в кроссовках будет заниматься, а Карли говорит, слушай, может, говорит, венца взять, говорит, будем смотреть, говорит, и венцо попилось. Он говорит, он начал ходить. Да, он, кстати, сел на шпагат опять на правую ногу, но он садится, знаешь как? Свет, он садится правильно, он подъем ложит, поняла, да? Да, и вставляет ведро? Да, потом тебе фотку покажет. Он только начал, потом локдаун и все. А так он... Да. Пусть продолжает долго. Ледичи, ма сети каменчато оказывается, перке нон сей континуато... Ой, нон сей каменчато не ла палестра, палестра пой кьюза, перке нон континуато фаре и фори. Человек жардино, у тебя же сад есть. Перке пой, когда ты релассе, дефичило репартир. Пой, эру репартито, порко дуло. Нет, я начал, говорит, я похудел, все. Потом опять закрыли, говорит. Avevo ripreso. Nasce per snimare. Можешь так руку подальше вытянуть. А кого снимать? Тебя, его. А, и себя, его. Chissà se è un tagliato, se è aperto. Sì, so che devo, ho lavato la macchina ora, andà. No, se fosse aperto, spera. Andrà di posmotri scocca a Шерсти. Шерсть, ладно, здесь и собаки. А шерсть будет, он же постоянно с собаками. Так, а то виновата, тут так пиви... Карло, сигнал. Пи-пи. Пристегнись. Димми, Мария.
Come l'ho fatta la macchina, se qui tutta sudice dietro. Come ancora sudice? Come, guarda, qui il polvere di là. Ma loro soldi, ci passano, ci presto 10 vabbè. Ci passano questa cosa che sembra pulita, poi quando asciuga si rivede di nuovo tutto sporco. Non помил, вроде казалось чисто. Не, ну он помыл и на скорую руку, но здесь, конечно, какви dietro, Madonna. Poi magari magari va lavata lo corpo. Aspetta che spiego perché anche polvere. Где он живёт? Ma perché lì c'era il fango quando sono cascato nel fosso, ma где он живёт, там дорога получается, с одной стороны поле, с другой, когда он едет. Я же была у него. Нет, он там другой дом. Другой? Да, другой. Тебе больше бы Тенута Сант'Аллаго. Ума, погода шепчет. Да, погода шепчет. А он говорит, слушай, говорит, слушай, давай вот это самое, она же будет заниматься, да? Я говорю, да, он говорит, смотреть. Слушай, я же потом говорю, Маша, не три спортсмена собрались, один будет заниматься, а другие будут мотивироваться. Легкий у него аура. Да? Ну, тяжело он дышит. Нос его, мама ему сказала. Нет, и тоже. Тут даже. Нет, у него он даже когда ест, рот не может закрывать, он не дышит. Нос перебитый. И он работает со сваркой постоянно. Да, ну так это что ты мой, ты не объяснишь. Не, он сам сказал, что у него работу показал. Если человек понимает и не делает. Ну, а что, нет, что ему делать? Это... Ему делать, сдать сначала анализы, проверить нос, сделать операцию, чтобы дышать нормально. Так, мы едем мимо рынка. Марин, может, они открыты? Нет, мы не остановимся сейчас. Свет. Нет? Сейчас свет, он уже сказал, солнце зайдет. И рынок, смотри, его уже нет. Блин, Марина. А он же не сунул, тут убьется. Маринска, Иванова. Карло, ты где у море, как стоите? Настроение у море. Ma amore, che vuol dire? Stare anche bene, se non fosse per questa storia dei vaccini, degli impasti, ah, complimenti di cazzo. Ma говорит, нормальное настроение, говорит, единственное, что все время переживаю, что вот они сейчас скажут, что надо всем делать, и говорит, за это переживают. София Вафара, лунди. Io se non lavorassi non li farei. Non li fanno entrare a scuola di guida. Nemmeno col tampone. Дорогой мы ехали, да? Да, да, да. Ma che volevo dire? Perché lei a casa tua nuova, lei non è stata. Sì, ma ora è un disordine. Сейчас у меня там бардак дома. No, буду da dire. Так он же нас не домой везет. Che poi è un disordine, l'ha spazzata una cosa, però dovevo fare il letto. Non è che noi andiamo da te, ha detto, non è stata lei, no? No. La domanda era questa, я просто спросила, была ли она, что-то я перепутала, в каком доме ты была. A casa mia... Bello, un bel barbecue lo facevo già, bella giornata così. E questa mangia... Il problema è che mangia semi di cose. Sembra uno spermatozoide. Eh? Una cosa con quella coda. A люди поднимаются на эти горы? Марин, там есть копа? А, он говорит, твои семечки, которые ты дала ему попробовать, напомнили сперматозоидов. Что он говорил? Marina, ma nella mamma proprio tutto c'è a contare, ogni cosa. No, ho capito, ma. Dove parlano una. Ho capito, una no? Ma nel senso, una volta c'è una cosa così. Stisnezza, що я тебе все рассказываю. Piselli con la cola, l'ho mangiato. Нет, за кабачок мне понравилось. Я мосто зитто un po' più. Про огурец. Марина, кто-то в горы поднимается здесь? Да, там на велосипедах люди в горы едут. Да. На велосипедах, когда они в горы поднимаются, так как-то так жалко, потому что... Ma chi era vestita d'albero di Natale? Cleopatra che la pigliano col palo. А? Era Cleopatra vestita d'albero di Natale. Да, Cleopatra была ёлкой. Он смотрел, ему понравилось? Есть, Cleopatra. Да, уже спросила. А что там, Даня, ча? Я сказала, актеры делают первые шаги. И том бомиджи, Вангер Фаньон. Белла ла каза, реставрируют, что это, стену? La casa, я ее на фату на репеза купила. Così? А, так он на ютубе смотрел. Нет. Sul divano, vediamo.
маленькие домики в горах. Там люди живут, конечно. Постоянно или когда? Да, ну может быть, как этот, может быть, гостиница. Типа брекфест, знаешь, такая, типа маленькая, остановочная. А там море видно? Там море? Море ли? Море, да, как ли. Вот это? Ли? Нет, это небо. Небо. Это вода, море. Это горизонт. Тут море, quello. Lei dice questa, Madonna mia, questa, questa. Sì, anche. Anche, ma da lì. A lì è mare. Guarda, это все там вода. Tutto mare. Quella è l'isola della Gorgona. Questa mare, questa qua, quel pezzo piccolo. È quello che è. Вот люди погуляли, да? О, он каскад, я не тебе не убил. Люди погуляли. Ну зачем это делать? Бросили. Раколі дичина. Дичі раколі по тим вела спацатура дала. Дала натура. Ce la собрала Ілля. Карло, собери, в машині увезем. Con la macchina partiamo via. E la cattola. Fai un sacco. Ma ти sei italiano, cittadinanza, ti italianец. Cittadinanza. Mi fa ridere, Светка, я с ним сміюсь. Скажи ему, что он гражданин Италии, должен собрать этот мусор. Quelle due solette lì, non sai cosa sono quelle lì. Carlo, come cittadino italiano, deve prendere la roba e raccogliere. Ecco, ma te come invece sei sfruttatrice della cittadinanza italiana, raccogliela te che, visto che mangi qui e caghi qui, fai prima. Говорит, ты же тут живешь, говорит, ешь, пьешь, говорит, собери. Guarda, Света, вот мусор. Carlo, da qua deve fino a qua arrivare. Я говорю, оттуда метр пройти собрать. Карло, ты как гражданин Италии, собери. Вабе, а когда финита аббатута, по-моему, fa ridere. La Gorgona e quella è la Capraia, l'isola di Capraia. Lì dietro c'è l'isola d'Elba. Cosa non mancala è Carlo e carisma. Non ti manca la carisma. Свет, я говорю, что тебе не хватает, так это харизма. Он говорит, денег не хватает всего лишь. Ну, смотри, можно вивари сенса сольди, пирог на харизма. Ну, сольди, сольди. Сольди? Деньги лучше. А ты думаешь, ты же avessi tanti soldi, non saresti più soggetto a questa stronzata del Green Pass. Se al lavoro non va, non fa più gli soldi, parti, fa il tamponcino. Senti, però ti non ti ascoltare la tua mamma, cresce la barba come era prima. Ti hanno scritto tutti. Ma io non è che me la sono fatta per lei. Io ero mamma свою не подожди. Я говорю, ты маме своей не верю. Говорю, там все в комментариях написали. Я говорю, пусть борода растет как раньше. Я говорю, не надо как так мама тебя побрила. Я говорю, это не очень симпатично. Что, Святусь? А на что ему деньги надо? Ну вот, например, он сейчас говорит, если бы у меня были деньги, говорит, мне бы не нужен был репас. Я бы уехал, да. Но ci sarebbe problemi di vaccini. Были бы деньги, у меня нету бензина даже. Ну, бензина. Марин, если бы у него были деньги, то что? Он уехал бы из страны бы и не делал вакцины бы. Да? Да. В какую страну он бы уехал? В Вишидовой партии. Ну, типа, а потом, что тут мимика стала на Канарии. Lui da smetteva la mascherina, lo guardavano male, perché qui dice che c'è tutti i contagi, non c'è un cazzo già in giro. Девочки, смотрите, вот мы приехали. Кстати, веранда чистая. Смотри, как чисто здесь. Карло оставил нас, наверное, поехал есть. Наверное, поехал есть. И это самое, отдыхать. Наверное, был какой-то... Марина! А где ты? Марина! Да ладно. Где ты? А, Марина. Здравствуйте, как у вас дела? Прекрасно, приглашаю тебя на завтрак. Как вы сегодня спали, женщина? Очень хорошо, но вы очень шумели. Танцевали, да? Вы очень, у вас очень шумно, я долго не могла уснуть. Вы знаете почему? Приходил любовник, гидравлик, сантехник приходил, новый. Я поняла, что это был любовник по звукам, Марина. Я не Марина, я Марисабель, вы все время забываете. Марисабель, я реально за вас рада. Бедлан, что вы приготовили... Бедлан, что вы приготовили на завтрак? Бедлам.
приготовили бедлам, да, приходите. Я обязательно, но вы знаете, вы, когда я к вам спущусь, немножко нотку в голосе поднимите. Еще выше? Да, потому что, когда вот я, допустим, вчера громко себя вела, я понимала, что я вам мешаю. Но я думала, что при этом вы зарядитесь какой-то эмоциональностью. Я очень зарядилась. Спасибо. Я он очень симпатичный. Немножечко завидовала. Перестаньте, если вам интересна вся эта тема, я могу вас просветить. У нас есть такие посиделки с девчонками, где мы рассказываем о своих сантехниках. Марина, почему только раз в год? Ну, раз в год, потому что я берегу энергию для того, чтобы связаться с силами Луны. Это моя школа, молодец. Да, Марина. Да, бедлан, да. И поэтому я берегу энергии, и потом я отдаю ее ему, ее самому интересному гидравлику. Да, Мариночка, почему мы с вами вот так? Заходите поближе. Сейчас я просто вижу, вы в масочке, у вас, наверное, коронавирус. Нет. А почему вы в масочке? Вы, наверное, бороду не побрили. Или, наверное, вы так позавидовали моему вчерашнему веселью, что у вас, наверное, челюсть отвисла. Отвисла немножко. И вы, наверное, ее прикрыли немножко. Держу. Бедлан, ну вы не переживайте. Сейчас я к вам спущусь, дорогая. Спускайтесь. А, это лучшее за всю историю на моем канале. Смотрите, это лучшее за всю историю на моем канале. Это лучшее, это лучшее. Света, я хочу это повторить. Да, это вообще, это импровизация. Моя ты девочка. Это импровизация. Говорю, у вас, наверное, челюсть отвисла, что вы маску одели. Ты говоришь, немножко. Марина, почему у вас это раз в год-то? Потому что нам уже не по 20 лет, блин. Смотри, кстати, там так классно на веранде, чисто. И здесь девочки. Давай на твой тоже такое снимем. Даже не накакано. У нас бы уже все накакали. Да. Знаешь почему? Потому что итальянцам нравится какать на природе. Марин, мне реально интересно, куда Карлин уехал. Кушать поехал. Кушать поехал? Да, поехал бутерброд съесть. Но я думаю, ты что, ему еще 5 надо. Он выпьет сейчас пиво, покушает. Тю. Света, я тебе... Знаешь, сколько раз я тебе говорила? Я тебе вчера за шофера говорила, за позавчера. Им надо жрать, у них есть свое время. Все. Боже, как здесь заброшенка чистая вообще конкретно. Просто чистая заброшенка. Я не могу понять, почему здесь никто не покакал. Мы хотя бы... Слушай, мы с тобой здесь оставим 2 капельки Шанели. Мы 2 капельки Шанели можем здесь оставить по фэншую? Оставь. По фэншую. Марин, посмотри, выросла изнутри. Да нет. Да. Да? В шишке выросла травка. Вот на что способно маленькое зернышко. Оно вырастет где... Слушай, ну заброшенка очень чистая. Хочется. Бля, смотри, какие листики. Я бегу. Бегонечко. Я пошла, пошла. Хорошо было, молодец. У меня открылось, блядь. Марина, тише. Ой, господи, как это было. Это так было. Вот так, вот так, вот так. Да подожди, я бегу. Становишься на ручки, ножки поднимаешь. Ну, мах делай хороший. Марин, двумя... Ну, шучу, ладно, давай. Кума. Давай, давай, вот так. Кума, подожди, давай. Кума, так нельзя. Подожди. Марина. Так как мах? Махнуть ногой можешь? Ну я могу, я боюсь. Почему? Ну я давно не махала. Знаешь, как страшно? Мы раньше, между прочим, с Марьяном такие трюки делали. Я вообще не боялась. Я не знаю, очень страшно. Давай не надо, мне страшно. Да? Один разок. Оп, умничка. Молодец. Блин, так страшно вообще капец. Раскрывай ноги. Потихоньку. Потихоньку. Цепляйся ногами. Поднимайся, рогата. Ты видела свои глаза? Я знаю, это было последнее. Последнее.
Я как будто спасала утопающего. Да, я знаю. Блин, дай пять. Не, ну страшно, когда уже ты в этом не крутишься, страшно. Марина, это было нечто. Это для меня нечто. Я себя почувствовала, как будто в 97-м году. Молодец. Пошли с карликом, короче. Поговорим, где он, что он. Девочки, это незабываемое приключение кумы в Италии. Это просто незабываемо. Просто. Просто. Ну вот такие, а вы говорите. Между прочим, я вам скажу еще раз, повторю, говорила. Мы вот здесь можем пройти, Светусь. Я уже говорила. Или ты хочешь заставить две капельки Шанели здесь? Я не хочу. А вот. Марин, спустись по ступенькам. Зачем? Вниз идет. А ступенечный марш. А, это она, знаете, почему так делает? Чтобы я консумировала свои калории. Она специально там по-ровному, она говорит, типа, ну давай тут спустимся. Но она говорит это специально, чтобы, типа, ну как бы лишний раз ноги поднять. Слушайте, это мы разные, но у нас у каждого есть свое пространство. Есть что-то, что можно было бы сделать лучше, но... Карлосик! Классный дом, скажи. Классный дом. Ты можешь меня... Слушай, давай ему спасибо скажем. Вот так, смотри, мы поклонимся ему. Давай, вот так. Спасибо, дом. Марин, ты можешь мне музыку включить? Я хочу там потанцевать. Слушай, а как я тебе включу? Нет интернета. У тебя есть музыка на телефоне? Видно, этот дом был с очень хорошей энергией. Прям вообще так здесь классно. Да, аура какая-то. Угу. И почему-то там не накакали вообще нигде. Вообще не могу понять. Так, кума, где мы? Оставляли Светуху по дороге. Долго она пробежала, да? И это самое. Оставляли Свету, ну, типа по дороге, а потом она добегала. Сама. Не знаю, если открыть до сих пор ресторан, но пахнет очень, очень вкусно. Пахнет, наверное, делают, для, может быть, на вечер делают этот, как его, тортик пекут. Выпечкой пахнет. А? Вы будете заходить? Давай, иди вниз, беги. Ну, вы будете заходить? Будем, будем. Держать. Если открыт, будем, беги. А? Беги. Хочешь телефон твой? Нет. Беги. Вы заходите? Мы не знаем, если открыто. Ты беги, мы тебя заберем. Аккуратно только машины. Так, оп, какие велосипеды? Они не приехали на велосипеде, закрыто все. Ну, как закрыто? Закрыто для посетителей, но видно, что готовят что-то на вечер. Я вчера ноготь поломала. Вообще не знаю как. Позвоню на неделю, спрошу девочкам, если можно будет сделать. Так. Молодец там. Голова болит? Перке? Почему мы с тобой не думаем в Федор? Так перке на себе место капелла, что ты без шапки? Ну, капелла, мы с тобой не думаем в Федор. Проприо Одессу тебе ставили на Федор. Проприо Одесса, если мне там Монтания, в горы приехал и... Слушай, что коронавирус, я не знаю, что там... А там Павел Бук, Файли Пибип. Ой, я тоже чихаю. Сбока фига, Гуанто. Здесь минусовая температура, да? Да, да, здесь минусовая. Включаем. Так, садись, поехали. Не-не, который час, скажи мне. Вон нарисовано, 16. Она не слышит. Ты удар или ты вот ири темпу, кванта темпу лей корик, или диви капиристы, диви курери анкора. Сколько? Без 25. Ма де ли дичи, чува, ти мон се да фасти боже, бак, са мотни. Света, так что нам делать? Свет, что нам делать? Итак, Света бегает, вот мы это самое, здесь остановились, она пробежала, ну долго бегает, подождали ее, сейчас едем, ну она уже подбежала, я говорю, Свет, садись, она говорит, подожди, говорит, еще немножко, вот мы сейчас доезжаем, ее забираем и поедем с Карлусиком, до вендема, Карлусик, аперто дико, веро, да? Козовой да манджаре, паста,
Ну, и в моменту... Quattro formol. Cosa prendiamo? Антипасты prendiamo, значит, да? Закуски какие-то, да? Короче, у каждого свой отдых. Вот, поэтому я читала ваши комментарии, где не надо, не нужно никого сравнивать. Каждый человек индивидуален. Ой, какой красивый закат. Смотри, помощь де соли бельно. Тут роса. Вот, поэтому давайте так, чтобы не это, не вашим, не нашим. Вот, сейчас мы ее заберем. Шакарлик, он, вы же знаете, он нетерпеливый, он к этому не привыкший. У них открывается крыша. Крыша и окошко. У меня замерзли губы. Тут минусовая температура. Здесь минусовая, конечно. Ума, смотри. Я знаю состояние, когда ты хочешь что-то сделать, но ты уже залип настолько, ты не можешь себя уже вытянуть с этого состояния. Это уже работает левовращательное движение, тебя засосало. Чтобы обратно запустить вот этот процесс, механизм тренировки, никакие мотивирующие видео не сработают. Ну, они сработают, но не для всех, да? Что нужно делать? Нужно себя просто взять за шкирки, пусть там потратить много времени, одеться, собраться, придумать себе чуть быстрее. Карло спит. Карло спит. Это не его жизнь, он немножечко... Он спит, смотри. Ну, правильно, он выбился из своей жизни. Можно взять телефон и чистить, например, сообщения, да? Фотографии почистить. Но в это время просто поставить себе цель 5 минут походить. Один круг на стадионе. Потом смотришь, вроде... 3 минуты прошло, можешь еще. Машину надо пропустить. Ну, на закате очень красиво. Луна уже видна. Он уже зевает, бедненький. Он так сейчас страдает. С 5 минут ходьбы просто ходишь, чистишь телефон, фотографии и ходишь. 5 минут походил, 10. Куда спешить? 45 минут походил. И придя домой, человек ощущает, насколько изменилась его энергия. Свет, он очень устал. Я понимаю. Мы его выбили из его ритма жизни. Он вышел... Карло, подожди, он говорит, он не может там остановиться. Povero Carlo, guarda, ha detto meno male che non è venuta Maria perché lui ora la donna corre, lui guida, dice come soffre. Он, давай садись, все, он Светка, но это не это самое. Светулечка. Светуля, давай, потому что мы выбили его из его ритма жизни, он сейчас домой уедет, и все. Карло, you fine? You fine? Super? You good? You're good? Yeah. Ту? Да. Монта, Зали. Марин, смотри, если скучно бежать, можно бежать под музыку. Чуть-чуть показываю и заканчиваем, пошли. Андиамо, Anzi, la aperta i cristalli, sì, ma Marina, posso dopo così, non ci rimane a piedi. Il mio benzina si è finita. Tanta. Dieta.
Блин, кума, ну он нервничает. Не, ну я его понимаю, это не его. Давай здесь останавливай, давай здесь ее подождем. Я понимаю. Вот здесь, ну по Джераре. Он занервничал, потому что, ну ладно, там 20 минут, 10, но он бедный, полдня говорит, все, я не могу. Значит, я сейчас домой поеду, вот я хотела сегодня веселиться и гулять наш народ. Ну разные у нас у всех манера, жизнь, все разное, все это понятно. Сейчас прибежит. Марина, он думал, что это 15 секунд на камеру. Да. Нет, он просто говорит, я приехала, я хотела отдохнуть, я хотела это самое, говорит, а в итоге это я сейчас поеду домой. Давай, пойдем панораму посмотришь. Смотри, Марин, можно бежать вот так. Срывной бег. Бежишь, бежишь, машина едет. Машина едет. Ветка. Дать помаду. Лужа. Дать помаду, не обветриться. Смотри. Бежишь. Машина. Машина. Осторожно, озеро. Машина. Ветка, камешки. Карло. Да не, он без настроения сейчас, не это самое. Не поел, не попил, ехал медленно, бензин. Смотри, какая красота. Нет, он тогда был закрытый бар уже. Смотри, какой закат. Кстати, когда бежала, было очень красиво, смотрелось на закате. Очень красиво, прям, знаешь, такой красный такой. Ума, я проснулась. Розовый такой. Ну, ты проснулась, а моего бойфренда бывшего укачала. Давай назад садись, я вперед. Который час побежит? Возьми, 32 минуты. Надо укутаться. 32, а? Надо тебе шуба. Нет, зачем? Ну, мало ли. Куфта не надо. Так, давай. Ну, опустите в номер. А, там у него же не открывается, да? Заберь. Открыто, попробуй. Включена, рассказывай свои ощущения. Только после... Держи. Не могу держать, ручки замерзли, Марин. Минусовая температура, пальцы не работают. Только через 45-50 минут включаются механизмы в варежки организме. Надо? Не надо. Механизмы в организме и начинают сжигаться жир, застоявшиеся отложения. Да? Только после 50 минут. Смотри, бега. ты посмотри, сегодня суббота, он потом работает завтра воскресенье, он будет спать. Смотри, он работает всю неделю, да? То есть, в принципе, можно было с утра там, ну ты же уже пизу знаешь, выбежала и побежала там себе. А он такой сидит в шоке, он такой, типа, для него суббота, это как, ну, прикинь, он пашет с понедельника по субботу. Иногда даже в субботу. Ты о субботу, ну, теловори, но о субботу. Марин, не всегда. В прошлый раз мы бегали, в этот раз мне тяжелая поездка была. 35 часов, ну, все так... тело добежало позже. Потому что Света говорит, Света говорит, что, кстати, да, я это хотела сказать, потом забыла. Света говорит, что когда вы куда-то едете, сначала приезжает ваше физическое тело. Эфирное тело подъезжает намного тяжелее. Может быть, на другом транспорте. Да, ну, типа, приходит, не, ну, нормально, что, ну, философия, почему не? У каждого своя философия, что надо же уважать, интересы каждого. То есть Светина тело добежало только вот, ну, добегает примерно сейчас. Я Свете говорю, Свет, я когда еду домой, у меня сначала эфирное тело дома, мама закупает все, что я люблю кушать, а потом приезжает мое физическое тело. На велосипедах хочет, но сейчас меньше, может быть, людей. На велосипедах здесь, Марин, очень много. Кайф. Просто спасибо большое. Дичи грация те, Карло. Посмотрите на лицо Карло, посмотрите. Все контенту, Карло. Он себя... Веники, ну не расстраивайся, Зай. Просто он говорит, суббота вся прошла, говорит, я хотел танцевать, гулять. Говорит, а в итоге, говорит, это втыкнул. Смотри, это вот все выжег. Вот, девочки, смотрите. Видите, девчонки, это все вот это, которое когда горело. Помните, мы в тот раз ездили, показывали? И вот здесь тоже, видите, погорелые деревья. Смотри, ты целую дорогу спрашиваешь, ты там тренироваться будешь, а туда тебя повезти, ты там тренироваться будешь, а он говорит, давай я туда отвезу, она там потренируется. Нет, Свет, ты я не поняла. Минут, нет, смотри, да. Ты не поняла. Он говорит, я тебя привезу, к примеру, на поляну. Ты себе выбери поляну. Он бы уехал, ты бы сказала, приедете за мной там через 40 минут, вообще проблем нет. К примеру. Там было там этот кафе. Здесь все, нет, мы здесь все за.
накрыли, потому что они отработали, ну, типа, отработали обед. Блять. Хотя там открыто, потому что там, наверное, пекут, говорит, воняет над чесноком. А говорит, там пекут эти самые булки, там слышно, что булками пекут. Он говорит, если бы я ее отвезу, когда он говорит, давай я отвезу в Пизу, помнишь, когда мы там бегали и не добежали, наверное, в итоге туда летом. Там прям есть, там снаряды есть, все. Там есть рядом, типа, бар, есть рядом парк. И все, ты... Понимаю, Марин, ты понимаешь, что парк, там, я не знаю, Пиза твоя и горы. Бежишь, ну да, это другая совершенно... Ты видишь закат, это... Ну, это нереально. Я в горы сама сюда не побегу. Конечно, это... Не, это для тебя это реально, я не скажу, что ты не побежишь. Для тебя это возможно. Вот этот дом с правой стороны сейчас будет, он меня все время удивляет. Карла, шедем по пипям, пьяно без повода. Видите, сколько там заготовлено этих дров? Я обожаю вот такие вот, да, дома, я обожаю, потому в них настолько интересно. Ну, они немножечко иногда кажутся такими, знаете, девчонки, ну, не убогими, но какими-то, ну, как бы, скажем, заброшенными, что ли, я не знаю. Ну, блин, они реально, смотрите, они атмосферные. О, красивое слово. Смотрите, река. Смотрите, какой атмосферный дом. Девчонки, мальчики, мужчины, прикиньте, когда здесь идут дожди, я не знаю почему, у меня вот этот дом почему-то ассоциируется с какой-то такой, знаете, романтикой, ну, конечно, там на пару дней, знаете, что вот типа дом, камин, и льет дождь такой, знаете, заливной, ну, снег здесь падает, потому что там, где мы были с тобой сейчас, вот свет, там снег выпадает, то есть выпадает снег, и он там лежит, но сама атмосфера, потому что Пиза, она такая часть города, такая местность, такая территория, что там не долетает снег, но это очень быстро все тает, там раз в пятилетку, никогда не заливают, нет, землетрясение чувствуется очень такое, знаете, там, я не знаю, ну, 3 балла там эти толчки, к примеру. Пиза такое, оно классно. Пиза классно тем, что есть горы, если ты обратила внимание, Пиза, место Пиза, очень классно, что есть горы, кто любит горы, и есть море, все это в 20 минутах. Аж пуду не так, вообще.